Всем большой привет! Сегодня я хотела показать мои небольшие покупки в магазине Second Hand. Гуляли мы как-то вместе с Ромой и с мамой, и смогла зайти в магазин Second Hand и там уже что-то посмотреть. С чем я шла, собственно говоря, это была вот эта рубашка, которая сейчас на мне. Мне нужна была какая-то легкая, тонкая рубашечка на лето, чтобы она расстегивалась либо полностью, либо как вот эта, она расстегивается, и можно спокойно покормить ребенка. Вот, я нашла эту рубашку, уже забыла, что это за фирма, сейчас попробую посмотреть, если найду, наверное, найду. А, это Вера Мода фирма, она из такой тоненькой ткани, типа марля, марлевка. И интересно, у меня нашиты вот такие вот пуговички спереди, дополнительные два ряда пуговичек для отделки рукава. Можно сделать чуть-чуть подлиннее, но они все равно не будут особо длинными. Либо вот так загнуть, как это сделано сейчас. Вот, такая вот. И серый цвет. Не яркий, конечно, и не особо светлый, но я люблю серый цвет, поэтому я ее взяла. Как раз, кстати, скидка в секонде была 80%. И я была очень рада, что я нашла такую рубашечку, которая прям по мне. Конечно, еще были с коротким рукавом рубашки H&M, но они как-то, знаете, подрастянуты были, поэтому я взяла эту, выбрала. Она еще с таким типа пояском, который завязывается вот здесь под грудью, завязочки, и завязывается сзади. То есть либо можно вообще их убрать, и тогда она будет более свободна, либо можно завязать по фигуре. И еще для себя я нашла там вот такую вот жилетку. Это H&M Divided, 34 размер, но в H&M коллекция Divided, она идет для молодежи, она мало мерит, она очень маленькая, то есть она в реальности где-то 34, это даже не 40-42, это где-то 38-40 получается. На мне она не застегивается, сейчас я покажу, получится, наверное, быть. Она на мне, конечно, сейчас не застегнется. Ну, наверное, потом тоже не застегнется. Но в основном такие жилетки не застегивают. То есть их носят вот так вот, просто накинув на себя. Сейчас из-за груди, во-первых, она не застегнется. То у меня и обхват под грудью, который идет, он достаточно тоже большой. То есть ребра широкие, получается, тоже на мне не застегнется. Ну, вот так тоже она неплохо смотрится. И если на какое-то платьице накинуть ее, будет очень красиво, я думаю. И мне она сама по себе понравилась. Такая интересная жилеточка. И по стоимости... В хорошем состоянии, то есть ее, наверное, немного носили. Так. И по стоимости она тоже была там вообще какие-то копейки. Еще для себя я увидела вот такой вот шарфик. Фирма Сесиль, или как-то так называется. Вот. Такой вот. Он, конечно, скорее всего, он из полиэстера. Я, кстати, не смотрела его состав. И тут нет бирки, видимо, она срезана. Но он такой мягонький, похож на тот, которым мы сейчас укрываемся, берем с собой на прогулку с ребенком, он полиэстер. Этот, я думаю, тоже полиэстер, хотя такая выделка хорошая, мягкая, как будто хлопок. Здесь по одной сторонке идет вот такая вот, как называется, тесьма с какими-то металлическими, не металлическими, блестящими штучками. И он таким хомутом. Цвета такие приятные, нежные, что-то такое голубое, розовое. Конечно, это меня все будет поленить, но мне он очень понравился. И такой вот приятный шарфик на лето. Или даже, может, и осенью, весной его носить, если не очень холодно и не очень много нужно всего прикрывать, то вот такой вот приятный шарфик. Мне, конечно, больше всего понравилась его расцветка, такая непонятная, интересная. Мне показалось, что модная. Вот. Так, для малыша я, честно говоря, там уже ничего не было почти детского, поэтому я взяла только вот эту футболочку, нашла. Cool Kid, по-моему, сейчас как раз нам носить, хотя здесь, конечно, вот здесь она как бы поношена или просто постирана много раз, написано, конечно, 6-9 месяцев, ну, нам, наверное, может быть, да, может быть, или сейчас не поносим, сейчас я обратила внимание, потому что здесь такой достаточно большой вырез, но за счет него будет удобно надевать, если не сейчас, то немножко позднее, сейчас Кузя вас будет тормошить, отойди, Кузя, пожалуйста, отойди. И последняя вещь, которую я тоже там увидела, сейчас думаю, правильно взяла или нет, и вообще это не на куклу, а на ребенка, или на куклу все-таки. Вот, тоже очень дешево стоило этот комбинезончик, он на 6 месяцев, но нам его надо успеть поносить этим летом, потому что следующим он будет уже рамбал, и такой как раз он летний. Спасибо. Ты подрегулировал, да? Такой летний, из хлопка, как будто его даже никто не носил. Не могу сказать, что он какой-то суперский, просто такой красивенький.
Мне показалось, что тут динозавры, но тут крокодилы, львы, зебры, вот такие вот животные. И на пуговках ходят. Ну, в общем, такой прикольный комбинезончик тоже мы взяли. Стоил, по-моему, вообще это так, 30 рублей или что-то такое. Вот, такие вот были у меня покупки в магазине Second. Конечно, немного, но я там, соответственно, немного времени и провела. И в дальнейшем буду тоже, может быть, заходить, а может быть, не буду. Зависит от того, дадут ли мне на это время. Ну, видео в любом случае будет. Всем большое спасибо за просмотр. Всех целую. Увидимся очень скоро в новом видео. Ваша любовь.